ЕГСХАЙС и сельхозтехникум до конца 2018 года объединят. Об этом нашему телеканалу сообщил первый проректор сельхозакадемии Семен Плотников. Такая мера будет предпринята для развития аграрного образования в республике в целом. В этом году ЕГСХ планирует принять на первый курс 1300 абитуриентов. Из них высшее образование смогут получить 646 студентов, а среднеспециальное – 100 человек. Вместе с тем правительство республики выделяет 110 целевых мест. На некоммерческой основе будут обучаться более 400 студентов. Задача стоит перед всеми регионами, чтобы сохранить вуз аграрный в Якутии. Мы должны объединиться и все ресурсы концентрировать в одном учреждении, чтобы суметь обеспечить все те 20 целевых индикаторов, которые были установлены перед всеми российскими вузами, независимо от региональных особенностей, к сожалению. Ведь мы сейчас живем в условиях крайней севера, и для нас, конечно, очень большие идут издержки в плане транспортной доступности, низкая плотность населения, скидок на это, к сожалению, не дается, и поэтому мы должны, в свою очередь, мобилизовать свои ресурсы, чтобы суметь выполнить требования, которые стоят в целом по стране.